Привет, друзья! Это «Двое на кухне, читая кота». Я Борис Волков, и в гостях у нас сегодня режиссер, актер, сценарист, продюсер. Это все, конечно, очень важно, но гораздо важнее, что хороший человек Александр Стриженов. Александр, здравствуйте! Здрасте! Очень рад вас видеть! Александр Стриженов родился в Москве в 1969 году. Папа – известнейший актер Олег Стриженов, мама – актриса Любовь Земляникина. Детство Александра проходит за кулисами МХАТа, а иногда и на его сцене. Первая детская роль – спектакль «Сталевары», и Олег Ефремов просит маленького Сашу не называть маму мамой. И здесь она – крановщица Люба. После еще нескольких детских ролей в 1982 году Александр попадает на судьбоносные съемки фильма Бориса Дурова «Лидер». Именно здесь Саша встречает Катю и сразу утверждает ее на главную роль в своей жизни. Александр и Екатерина Стриженовы поженятся в 1987 году, а еще через 10 лет начнут вести «Доброе утро» и станут одной из самых известных и образцовых пар страны. 2000-й Александр параллельно с телевидением серьезно займется кино, выступая как режиссер, продюсер и сценарист фильмов. Его комедии «От 180 и выше» и «Любовь, морковь» станут знаковыми для своего времени и в известной степени проложат дорогу многим другим. В 2008 году Александр снимет триллер «Юренька», в 2011 спродюсирует жизнеутверждающую комедию «Самоубийцы», а в 2014 выступит режиссером и со-сценаристом фильма «Дедушка моей мечты», в основу которого ляжет рассказ Леонида Якубовича. Но больше, чем всеми своими достижениями, Александр гордится своими дочками. Старшая дочь Александра Екатерины Стриженовых, Анастасия, успешно работает дизайнером, а младшая Александра уже пробует себя в роли актрисы и телеведущей. Александр, для меня вас как человека вот очень характеризует то, что вы дружите с Леонидом Аркадьевичем Якубовичем. Он был у нас в гостях, и просто вот я имел счастье вот этого общения, да, и когда я увидел, насколько это на самом деле жесткий и серьезный человек, вот, и я понимаю, что абы с кем он дружить бы не стал. Аркадьевич вот, хороший парень. И вот то, что он вам предложил, да, вот этот сценарий, по которому вы сняли последний сейчас фильм, да, «Дедушка моей мечты». Как работалось вам с ним? И горжусь нашей дружбой. Леонид Аркадьевич ее декларировал, а я, в общем, с радостью этим хвастаюсь. Он, правда, человек уникальный на нашем пространстве. Я вам скажу, конечно, как воспринимают Леонид Аркадьевич люди. Вот, с ним страшно выходить на улицу. Потому что неизвестно, дойдешь ли ты из пункта А в пункт Б. И уж точно, если и дойдешь, то не вовремя, потому что что-то все хотят его обнять, поблагодарить, потрогать, сфотографироваться с ним. Вот. А вообще Леонид Аркадьевич не такой простой парень, как могло бы показаться с первого взгляда. Он действительно жесткий, умный, интеллигентный, образованный человек. И мы, наверное, сошлись на каких-то, ну как, совпадениях в кодексах человеческих, в определенном смысле в совпадениях там, в чувстве юмора. Да? Ну и та история, которую он мне предложил, она для него же была, ну, как бы трогательна, да, она вот его тронула, этот сюжет, он же его родил каким-то образом, и мне она показалась трогательной. Мы вызываем человеческий дух императора Александра Павловича. Это кто? Вы чей-то дедушка? Вы сантехник? Это вы выпили мое пиво. Ничего не понятно. У него зубов нет. Его что, уже допрашивали? Да я тебя больше не видел! Миш, успокойся. Я абсолютно спокойный блузер. Я даже забыла, зачем пришла. Ты только деда покорми, ладно? Если вы не хотите касаться этой темы, вы можете там сказать «нет, давайте об этом не будем». Просто хотел спросить, когда ваша мама ушла в монастырь, это как-то на вас вот повлияло, конечно, изменило? Конечно, я скажу, это в определенном смысле вызвало недоумение и шок вначале, потому что как человек светский, я, конечно, это воспринял в меру собственной испорченности.
Вот, а первое, что пришло на ум, это расхожее выражение «подвести под монастырь». Mm-hmm. Что я тебе сделал? Что я тебе сделал? Это от, собственно говоря, сразу о себе подумал. Духовного развития, ты начинаешь думать сразу о себе, но это абсолютный эгоизм. Вот, когда я понял, что за, собственно говоря, решение приняла моя мама, которую я безмерно люблю, и стал этот выбор уважать, и я, мало того, я его принял полностью и преклоняюсь перед ее решением и вижу, что это, наверное, единственный возможный и правильный путь. Во всяком случае, я, ну, неправильно говорить, да. Имеется в виду для нее, да, вот здесь, было, да, слово гордость, потому что, как бы, да, гордыня тоже грех, но я рад, что все так. Мне понравилось, вижу, как вы где-то все-таки, ну, со свойственным вам там юмором и иронией, которые, наоборот, говорят в вашу пользу, что удобно иметь все-таки в семье, потому что, ну, ты где-то напортачил, а тебя отвалили. Ну, говорят, что да, что несколько поколений потом могут уцепиться за монашеское одеяние и въехать в рай на халяву, да. Ну, конечно же, это все не так. В общем, каждому воздастся по заслугам и взыщется по грехам. Вот. А то, что народная артистка таким образом поменяла свою жизнь, и ее свободный выбор, к которому я очень уважительно отношусь. Спасибо огромное, Александр. Было очень интересно и приятно пообщаться. У нас в гостях сегодня был Александр Стриженов. Спасибо. Счастливо. Двое на кухне, не считая кота. Всегда интересные гости.